Друзья мои хорошие, и снова у нас сегодня рыбный день. Пришел к нам в гости друг моего мужа. Он вместе с ним работал раньше, с Ени Шехира. Вот я приготовила вот такой кекс с яблоками. Все на глаз делала. Вот такую рыбку пожарила, красивую рыбку. А вот и сами гости. Его зовут Ерол. Он, кстати, холостой. Привет. Девочки, привет, скажи привет. Да, привет. Привет. Да. Мой муж. Ашкым, ты тоже скажи привет. Чок, привет. Чок, привет. Посмотри в камеру. А, видите, уже понимает. И вот такой вот я приготовила. Рыбный у нас стол. Два салатика. Солености. Это не я приготовила. Ну, вот эту картошечку я запекла в этом. И вот такая у нас водка. Мы привезли с Грузии для нашего друга Ерола. Девочки, кто холостые? Посмотрите, какой мужичок. Пожалуйста, пишите мне, кому заинтересовался он. Друзья мои хорошие, вот так принимают гостей в Турции. После того, как съели рыбку, переходим к основной части. Они водку не пьют под еду. Разбавляют с редболом или с любым соком. Поэтому покушали. И сейчас переходим к сладостям. Вот я сделала такой кексик. Это у нас пекмес. Вот такой вот сладость турецкая. Тарелочка цитрусовых. Грейпфрут, мандарины. Вот так вот мы сидим. И вот под все это. Вот этот фрукт, я не знаю, как он называется. По-турецки еде. И вот самое главное, водочка. Ну, картошечка там фри, еще не доели они. Немировская водочка. Мы купили ее в Duty Free. Так вот, друзья мои, после рыбки осталось очень много посуды и газ не в порядке. Ну, вы знаете, что у меня есть лучшие подружки, моющие средства, которые я применяю. А вот наш бекар, жених на выданье. Посмотрите, пожалуйста. Он с... Усы снимет, сброит, вот, если да. Кому-то будет интересно. Вот, да, быть, я его тоже, знаете, что подергала за усы. Я говорю, это что такое? Приехал он с такими усами. Ну так вот, вот такой же туркеркекли, ребят. Ой, вот такой вот у нас жених, водочку пьет, мы хорошо сидим. Так что в Турции Европа, понимаете, Мерсин это Европа, это не закрытая. Тут все пьют и курят, и хорошо проводят время. Не бойтесь, приезжайте. У нас вообще все супер здесь. Так что, мои хорошие, вот так я принимаю гостей. Просто хотела в одном из видео показать вам именно самую главную часть. А то я все хозяйничаю, а вы ничего не видите. А сейчас это все доступно вашему обозрению. С вами была Светлана Ата. Пока-пока. Ролик был короткий, но, мне кажется, насыщенным. До скорых встреч в эфире. Пока, пока, скажите пока. Пока-пока. Пока-пока. Görüşürüz.